Всем привет, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео для любителей криптомонет, новый биткоин-кран, называется Faucet Bank. Моментальный вывод на Faucet Hub, значит, 25 сатоши каждые 15 минут. Сюда вводим биткоин-адрес, привязанный к микрокошельку Faucet Hub, разгадываем капчу. Так. Транспортные средства, светофор. Велосипеды. Подтверждаем. Нажимаем на зеленую вкладочку. Так, что у нас не нажимается. Так. Зависло. Так, сейчас. Да, зависло у меня. Долго открытым было. Сейчас разгадаем капчу. Подтверждаем. Ждем отчет времени. Что-то у меня не нажимается. Тогда завис у меня компьютер. 25 сатоши были направлены на микрокошелек Faucet Hub. Переходим на микрокошелек. Так, перезагружаю страничку. Вот я вчера собирала с него. И, пожалуйста, Faucet Bank BTC 25 сатоши Джуснов прибыла на микрокошелек. Значит, и что здесь? Так, я сейчас перезагружу страничку, обновлю. Продолжить. Идет вот как бы, подождите 15 минут, чтобы снова требовать. Раз 15 минут. И партнерская ссылочка. Вот сюда нажимаем на крайненькую такую вкладочку. И здесь будет находиться ваша партнерская ссылочка. На этом все. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.